Что такое знание? Откуда оно берется? Каковы источники и знания в исламе? Можем ли мы полагаться только на разум? Какова роль пророков и божественных книг в формировании знаний? Как мыслить наиболее эффективно? Эти и многие другие вопросы рождаются при осмыслении проблематики знаний и критического мышления. Курс «Исламская эпистемология и критическое мышление» попытается ответить на эти и другие вопросы, связанные со знанием, источниками знаний и мышлением в исламе. В этом курсе студенты узнают о Коране и Сунне как источниках знаний и творческой мысли. Исходя из этого, курс поможет изучить человеческие предположения и обычаи, рациональность и рассуждение, аргументацию и заблуждение. Мы обсудим иджтихад как инструмент критического мышления в исламе. Кроме того, в этом курсе обсуждаются современные методы критического мышления. Студенты узнают и применят на практике такие методы критического и творческого мышления, как диаграмма связи или mind mapping, карта концепций, мозговой штурм, метод шести шляп и латеральное мышление. Этот курс является предварительным условием для исследовательской работы и организован таким образом, чтобы помочь студентам аргументировать и рассуждать с исламской точки зрения, используя традиционные источники ислама, а также современные инструменты мышления. Итак, добро пожаловать в наш институт и подключайтесь к нашей программе «Постдипломный сертификат в области исламской мысли и интеграции знаний».